Всем привет! Сегодня мы делаем веселую оригами-пружинку. Для изготовления этой поделки вам нужно будет взять 10 прямоугольников белого цвета и 10 прямоугольников черного цвета размером 6 на 12 сантиметров. Эта поделка состоит из одинаковых модулей. Я вам покажу, как сложить первый модуль. Складываем бумажный листочек по длинной стороне пополам. Разворачиваем его, переворачиваем и подгибаем нижнюю сторону к средней линии сгиба. И теперь точно так же в верхнюю сторону к этой линии сгиба. Теперь складываем нашу заготовочку пополам, но складку мы не делаем, а только намечаем пальчиком эту линию. Вот здесь я ставлю меточку. Раскрываю, вот у меня эта меточка. К этой меточке я подгибаю вот эту сторону, к намеченной точке. И хорошо делаю складочку. И теперь вот эту сторону тоже к этой меточке, к серединке. И тоже делаю складочку. Теперь заготовку перегибаю пополам, вот так. Смотрите внимательно, у нас вот эти вот края, если я заготовочку разверну, свободные. Поэтому я должна взяться за один такой краешек и потянуть его вверх. Вот я так подтягиваю вверх, пока вот эта линия складки не будет у нас на линии вот этой вот, горизонтальной. То есть я дотягиваю ее, и как только она соприкоснулась, делаю складочку. И с другой стороны точно так же. Я поднимаю аккуратненько этот хвостик и делаю складочку. Вот у нас складка прошла ровно по горизонту. Получилась вот такая заготовка или один модуль. А теперь я соберу такой же модуль, но без пауз. Вот такой же второй модуль. Точно так же мы собираем белые модули по тому же принципу. Готовые модули у нас будут соединяться в кольца. Кольца будут чередоваться, черные и белые. Сначала соединяем черные, раскрываем бумагу. И второй модуль аккуратно вставляем. Закрываем. И по складочкам собираем, подвинем, если надо, чуть-чуть. Вот у нас получилось черное кольцо, оно не замкнутое. Тут нижняя часть разомкнута. Точно так же собираем белое кольцо. Раскрываем бумагу и вставляем второй модуль. Фиксируем. Вот получилось второе кольцо, не замкнутое. Теперь соединяем черное и белое кольцо. Точно по такому же принципу. Раскрываем бумагу и вставляем белый модуль. Бумагу закрываем и собираем. И выравниваем теперь, чтобы у нас спиралька была. Вот она такая получается.
Теперь вот к этой свободной части кольца белого мы будем подсоединять черный модуль. То есть модули у нас будут кольца чередоваться, черный-белый, черный-белый. И складываться они будут по спирали, вот так. Я соединила все модули. У меня получилось 5 белых и 5 черных колец. Вы по своему желанию можете сделать больше. Пружинка вот так играет в руках. А чтобы этого добиться, положите заготовку на некоторое время под толстую книгу или другой пресс. Удачного вам творчества!